красота. Вообще отлично. Пойдем погуляем. Куда? У моего деда такой огород был. Тоже капусту выращивал. Как мы с тобой в Думу-то будем без валенок ходить? Так тебе и напишут, что вот и я шел на Магадан готовиться. Обещайте больше, обещайте, обещайте. Ничего не буду обещать. Ну да, не обещайте. Как вас зовут? Любовь Викторовна. Очень приятно, я Илья Яшин. Угу. Читали. Здрасте. Да, как вас зовут? Очень приятно. Здрасте. Как вас зовут? Здравствуйте. А что это вы обещаете? А все обещают, что обещать? Чего нам обещать? Это я, да. Да, мы знаем, вот лежит правильно. У нас сумки. Как вас зовут? Валентин Николаевич. Здравствуйте, Валентин Николаевич. Я Илья Яшин. Да. Облепиха. Очень приятно. Приходите к нам на встречу. В 12 часов будет встреча. Обещать ничего не буду. А зачем туда встречу? Расскажу о наших планах. Что обещать? Я расскажу, что мы делать собираемся. Это же не обещание. Расскажу, чего нам не нравится. Что мы хотим исправлять. Самое главное, как мы хотим исправлять. Жизнь, ты знаешь, что это такое? Жирик поет. Это поет Жирик. Поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете. А что за певец такой талантливый? И машина любви. А? Жириновский поет, он еще и певец. Чего себе? Вы здесь координатор ЛДПР. Правительство в отставку, как вы выкричали. Был дело. Посмотрите, у вас во главе списка ЛДПР Жириновский, правильно? Ну да. Ну так он работать здесь не будет, он же как работал в Думе, так и будет. А что же за него голосовать тогда зачем? А вы же тоже из Москвы, да, Илья? Я здесь работать буду. Реально в Галиче, в Костырской области будете работать? Да, конечно, конечно. Я никуда не уеду, буду здесь работать. А у вас Жириновский уедет в Москву, так надо за нас голосовать-то. Резонно? Ну, логично, логично. Чего если договорились, будете... отлично. Молодец, правильно. Какими расставить? Не, вот так и ставьте, как вот держишь, надо чуть поближе туда, к уголку. И мы добиваемся того, чтобы в Костромской области начались перемены в интересах жителей. Жителей Костромы, Галича, Нерехты, Шарии. Мы ваше доверие будем оправдывать с 14 сентября. Первый раз вижу. Что ты видишь? Россию, офис «Единой России» в избушке на курьих ножках. А вот смотри, кстати, следы благодарных избирателей. Сколько нам ехать-то? 6 километров? 6 километров, говорит. Значит, будет только хуже? Мне кажется, здесь танки ходили. Мне кажется, лучше выйти и пойти пешком. 6 километров? Вот где асфальт? Как говорил классик Геращенко, спиздили, бляди.